Разрушили дома наши, сравняли с землей наше місто. Нема нічого там. Ваше житло також зруйноване? Да. Це наш, на, это, наш будинок, оце моя квартира. Страшне. Це вже другий раз у нас зруйнований будинок. Тому ми вже до цього звикли. І з 2014 року це вже продовжувалось. Тільки по місту не стріляли, а так. Рядом все. А у 2014 році також ваш будинок зруйнували? Да, двічі вилітали вікна, ремонтували потім. Бувает, что ночь вроде тихо, а под утро начинают. Потом бывает днем тихо, а бывает начинают ракеты. Ракеты кидать. А чему раньше не выехала? Я не выезжала сюда, последнего в своем доме не выезжала. Муж остался. Не выезжала, не хотела выезжать. Но уже страшно стало, руки трусятся, все меня трусит. Я уже не могла уже оставаться. В подвал я сидела. Ну, подвал тоже, знаете, маленький. Говорят, может завалиться и все. Подвал попадет, он же получается вот так спускаться, 10 ступенек. Ну, а и торчит же козырек все вот это. А если это завалит, меня там засыпет. Просто хочется много сказать, но... Это горе. В больнице психологом работаю. Видела горе людей. Мне страшно. Я работаю с людьми, я успокаиваю их. Я говорю о том, что держитесь. У меня дочь инвалид детства. Она вообще не спала трое суток. Когда уже там ничего живого нет, мы выехали. С 18 числа как начались авиаудары и ракетные удары. И я думаю, что и на окраинах города тоже работает тяжелая артиллерия. Раньше не наваживалась? У меня дедушка солидара, мне надо было дедушку вывести, потом его привести в чувство, уговорить, а потом поехать. Но мы не думали, что мы попадем на линию фронта. Мы думали, что мы все-таки в тылу, город в тылу. А оказывается, что Бахмутская трасса, трасса жизни. Так 6 ракет.